Друзья, мы сегодня в The Lodge. Это новое заведение в Одессе. Сколько ему месяцев, я не знаю, но оно довольно-таки новое. Вот. И здесь делают, как мы увидели в Инстаграме, очень неплохие смешанные напитки. Даже есть коктейли. Вот мы сегодня пришли не просто с проверкой, мы пришли посмотреть, что здесь делают, попробовать, конечно, вам сказать свое мнение честное, как профессионалы. С Green Jack'ом сегодня снимем для вас интересный такой ролик. Ну, как всегда, интересный, да? И с Юлей тоже. Два напитка мы сегодня пробуем, как всегда. Один алкогольный, другой без. Нам порекомендовали один напиток из манго и груши, да? Да, манго, лимонад. Это будет лимонад, манго и груша. И это будет... Что ты заказала? Ликвид тирамису? Нет, как он правильно называется? Ликвид чизкейк. Ликвид чизкейк. Очень прикольно, видите, сделали они карту, она без цен. А они есть цены, они написаны ручкой, но очень круто тоже сделано, очень прикольный формат. На самом деле карта сделана очень хорошо, все читаемо. И вообще такой формат карт именно мной любим, хотя очень много владельщиков, которых я ненавижу. Всегда пытаются написать эти все названия по-русски. Это неправильно, господа. Вот это вот показатель, да, и пример той карты, где именно правильно написаны напитки. То есть они разделены по разделам. Лонги – это длинные, да, шоты – это выстрелы короткие. Special, то есть это их специальные напитки, которые делают именно они, можно сказать, фирменные. Strong, то есть крепкие, да, и десертные напитки. То есть все очень правильно скомпоновано и правильно вообще сформатировано на самом деле. Очень правильная карта. И не надо никогда называть, как я уже и говорил, все это по-русски. Сегодня снимаем прямо за барной стойкой, потому что интереснее снимать за барной стойкой, как готовят напитки, вы видите, да, и как они выглядят первоначально, потому что во многих заведениях напиток с барной стойки приходит за стол уже не в том виде, в котором он должен быть. В этом виноват официант, поэтому обращайте внимание на работу, да, ваших всех сотрудников, потому что бармен иногда... Очень все правильно делает, но до стола доходит не то, что он, в принципе, сделал, как должно быть. Что я вам еще хотел сказать интересного про инстаграм-страницу этого заведения. У них все напитки, сейчас я вам включу инстаграм-страницу, у них все напитки на самом деле очень круто сфотканы. И сфотканы не просто... для красоты, как во многих журналах, знаете, фоткают, а именно сфотканы так, как они подаются. Это очень тоже правильное решение. Вот. Это инстаграм-страница, смотрите. Вы можете прям смотреть и видеть, что вы действительно выпьете из напитков. И мы пьем ликвид чизкейк. Сейчас, я его тут тоже видел. Он у них должен быть. Вот он. То есть, видите, все. Посуда подачи. Сам напиток. Ну, что я могу сказать, господа? Наконец-то у нас появляются заведения в городе, где действительно вкусно, где действительно... Гарниру уделяют время, и это именно гарнир, как он первоначально и должен быть. То есть это не просто украшение, это именно гарнир. Юль, попробуй, пожалуйста. Манго и груша. Есть манго, есть груша. Так как это лимонад, там присутствует кислая часть, я думаю, в виде лимонного свежевыжатого сока. Мне говорят очень много подписчиков, между прочим, почему я такой жестяной человечек в сетях, и я прихожу в бары, в рестораны и не жестю, не кричу, не кидаюсь посудой,
в стенке. Ребята, вы на самом деле видите только почему-то плохие стороны моего характера. Я очень хороший человек, добрый. И делаю это все для того, чтобы наши гости, на самом деле, приходили в правильные заведения, где работают люди, которые любят нашу профессию и готовят действительно хорошие напитки. И не надо приходить и жестить на этих людей, потому что очень много людей молодые, и они учатся, и они многого не знают. Они не виноваты уже в том, что у нас нет институтов и университетов, которые готовят хороших бартендеров. Есть пока вот Одесская школа барменов, но не все тоже о ней знают. Как? Интересно. Скажи свое мнение. Ну, мне нравится. Нравится? Реально, после вкуса. Сбалансированный? И... Не водянистый? Не, не водянистый, но для меня немножко крепковат. А вкус прикольный, сливочный. Аромат. Это чизкейк. Сколько водки туда идет? 50. Крепкий, да? Он крепкий, но смотрите, по нашему менталитету, я уже тоже заметил это давно, крепкие напитки нас любят гости очень многие до сих пор. Поэтому это вот такой вот крепкий десертный напиток. По консистенции очень хорош, на самом деле, не обводнен нисколько. Плотная консистенция у него. Вы меня знаете, я люблю десертные напитки. Не буду называть, в каком заведении, да, было целое там тоже раздел десертных напитков, и там у меня было и тирамису напиток. То есть очень хорошо сбалансирован, молодцы, мне понравилось. Но я бы, как по мне, я бы делал его меньшей крепости, потому что 40 водки, я думаю, было бы достаточно. Но я не могу ничего здесь диктовать, потому что я вам рассказываю свое мнение личное. По лимонаду тоже очень все супер, гарнир супер. И сейчас нам бартендер немножечко расскажет историю, если она знает. Рассказали тебе историю уже приготовления? Здрасте. Здравствуйте. Кто придумал лимонад и кто придумал чизкейк? Какая история есть у этих напитков? Интересно, да. У нас все напитки и коктейльную карту ставили ребята из 45. 45 на Екатерининской площади. У нас пока такой тестовый режим, немного затянувшийся. Они поставили, то есть, и все, да? Они ушли, они не контролируют вас? Нет, но у нас были проработки, мы вместе пробовали, готовили, думали, что лучше оставить. Вот, собственно, сложилась такая коктейльная карта. И, кстати, мы выбрали ликвид чизкейк, это одна из самых популярных позиций у нас. Очень любят девушки. И десертные напитки, да, любят. И сладенькие, и мне он тоже очень нравится. Смотрите, мы на самом деле пришли с такой интересной миссией. Мы делаем это все для наших гостей. То есть гостей, которые локально находятся в Одессе, да, это жители, это наши горожане, граждане, и гостей, которые к нам приезжают, потому что на сегодняшний день туризм очень сильно упал. Делаем вот такие видеоролики с каналом Green Jack, для того, чтобы люди уже как бы с правильным чувством приходили к нам в бары, да, с пониманием, видели, что открываются при всей этой жопе, да, бары хорошие, и там работают действительно нормальные люди, которые любят это. Я надеюсь, вы же любите. Вот. То есть любят барную культуру и любят готовить именно напитки, любят людей прежде всего. Для того, чтобы, короче, они это все знали, мы снимаем для них вот такие вот интересные видеоролики. Так, ребят, мы в The Lodge, новый бар. Я не побоюсь этого слова. Мы сегодня пили безалкогольный напиток. Как всегда, безалкогольный напиток. Манго и груша. Это лимонад был. Да, и десертный напиток из раздела десерты. Ликвид чизкейк. Ну, мы просто его назовем чизкейк, да. То есть это десертный напиток алкогольный и безалкогольный, манго и груша. Как я вам и сказал, очень сбалансированный этот напиток, но будьте готовы, что чизкейк
крепкий, так как здесь 50 мл идет абсолютно ванильного. И он будет крепкий даже для мальчиков на самом деле. По лимонаду все очень-очень гармонично и круто. Конечно же, да, как по мне, я бы делал прикольное украшение из манго, именно и груши здесь. Тоже идет в состав напитка. Чизкейк бы тоже украсил бы интересно. Но общая картина складывается такая, что ребята молодцы, и им есть к чему стремиться, и мы им в этом поможем.